Ребятки, всем привет! Сегодня 27 июля, река Днепр, и тема сегодняшней рыбалки — это поплавок, ловля карася на удочку. Первым делом, что бы я хотел сделать, это очистить себе место. Вот выбрал себе, стена идет из камыша, такое местечко, и сейчас я хочу себе там окошко расчистить. Там дальше будем ловить, закармливаться. Смотрим. Так, все, основные корчи повыкорчевывал. Осталось пройти сейчас граблями. И местечко готово. По поводу прикормки. Прикармливать будем гороховой кашей и свежая запаренная макуха. То есть прикормка такая по простенькому и в то же время, ну, как бы рабочая прикормка. Наживку будем использовать — это опарыш и навозный червь. Есть первая поклевочка. Вот такой вот карасик. Вот время прикорма и до поклевки 40 минут прошло. То есть рыба подходит доха. Есть поклевочка, ребята, и вот такой вот красавец. Но этот уже больше ладошки. Приятный карасик. Взял на опарыш. Ну, практически. Здесь небольшая там шкурка оставалась от червя. Ну, такой уже поинтереснее. Начали давать воду. Пошло течение, и вот проклюнулся вот такой вот красавец. Ловим дальше. Есть очередной красавчик. Скажем так, карасики клюют неплохие здесь. Первый такой был чуть поменьше, но толкнули воду. Вот такие красавчики начали клевать. Ну, правда, не без красноперки. Немного наломает тело. Вот такой вот, ребятки, карасик. Ну, тут, похоже, видно. И в комментариях не нуждается. Карасик реально хороший. Проглотил глубоко.
Алло. Вот так вот гад маленький запутал. Еще один кабанчик такой. Отличный карасик. На поплавок это вообще просто какой-то кайф ловить такого карася. На опарыша, значит, мелочевка задалбывает. Карась более или менее клюет на самого червя. Только стоит подсадить опарыша, все, сразу красноперка начинает сбивать наживку полностью. Все. В общем, ребят, поднялся сильный ветер, одну удочку я уже спаковал, клев полностью прекратился, ну, сижу, наверное, минут 40, нет ни единой поклевки. Опа, блин, вот время от времени мелочь. С поплавком что-то непонятное творит, но за час, вот, ну, за 40 минут ни единого карася нет. Рыбы на жареху ловил достаточно. Карасик, как видите, есть зачетная. Как бы на пожарить хватит. Так что сегодняшней рыбалкой буду я потихоньку завязывать, потому что ну реально большой ветер сильный. Ловить вообще не клюет. Кому было интересно, ставим класс.
Кто не подписался, подписывайтесь на видео. Все, всем пока, до новых встреч.